среду в Самарской области повсеместно ожидается ясная погода, осадки не прогнозируются. Сохранится перепад температур. Так, днем -3, -6 градусов, ночью 12-14 ниже 0. В Сызрани ясное небо, днем -5 градусов, ночью -13. Ветер восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем -3, ночью 12 градусов ниже 0. Ветер северо-восточный, 1 метр в секунду. В Самаре ясная погода без осадков, температура днем 5 градусов ниже 0, ночью до 14 мороза. Ветер восточного направления 1 метр в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%, геомагнитное поле возмущенное, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.